Всем привет, вы на канале Тыква КТВ, и сегодня я снимаю продолжение сериала «Мой новый друг», второй сезон, третья серия. Итак, начнем. Иди сюда. Не верится, но я хочу приручить дракона. О, нет, я с ума сошла. Иди, иди. Хороший дракон. Вон. Ой, ты такой милый. Ой. Да. Ну что ж, как тебя зовут, дракоша? Думаю, никак. Меня тебя Грамгильда назову. Ты очень активная. Злая, как гром. Грамгильда. Тихо, Грамгильда. Так. Ну хорошо. Пойдем-ка. Блин, если с тобой буду на улице ходить, то меня точно наругают. Что ты мне хочешь этим сказать? Ты умница, полетать. Самый лучший вариант. Но пока, я думаю, еще рановато. Ты летать-то не умеешь. Я-то умею летать. Я же Пегас. Да. Надо тебя научить. О, молодец. Так. Кто это там за кустами? Надо бы проверить. Прячься. Ля-л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 я. Так. Ой. Радуга, что ты тут делаешь? Ой, да, понимаете, так, отдыхаю, гуляю. Ну, как и все. А, аккуратнее, ты же помнишь, драконы тут везде гуляют. Да, конечно, чего, улечу. Но они вообще тоже летать умеют. Логично. Ладно, будь осторожней, я тебя предупредила. Ушла, да, ушла, сейчас посмотрю. Из-за кустика. Ага, ушла. Можешь слезать, Грамгильда. Ой-ой-ой-ой, ну и мне подружка. Ты мой самый лучший друг, потому что ты дракон. У меня никогда не было друзей, ну, со мной никто не хотел дружить. Так мне еще и надо будет идти учиться убивать драконов. О, нет. Я этого не допущу. Я, кстати, у меня есть еще. Можешь скушать. Ой, аккуратней. Ой, какая ты у меня умненькая, красивенькая. Ой, курочка твоя. Кушала? Молодец. Ой, как ты мне нравишься. Дай-ка я здесь сяду. Ой, мамочки, ты меня, наверное, не выдержишь. О, нет. Смогла. Не-не-не, надо, я боюсь. Ух ты, как высоко! Ай! Ой, нет, ты еще плоховато летаешь. Давай, атакуй. Шипы. Шипы. Молодец. Огонь, давай. Огонь, огонь. Молодец. Ай, какой ты у меня умный дракон все же. Надо бы мне идти домой. Пока. Увидимся завтра. Ты, пожалуйста, прячься. Я так хочу тебя увидеть завтра. Ладно, я пошла домой. Ля-ля-ля-ля. Господи! Ну и где мы там гуляем? Я тут так прогуливалась. Неужели ты там что-то скрываешь от нас? Я? Пусти.
пустяки. Что мне скрывать? Ну, смотри. Отец недоволен. Чем? Тем, что ты не ходишь на занятия свои и не убиваешь драконов. Да, видно, мне это не суждено. Иди, мам, из комнаты. Ну, смотри, у меня котик за мной. Мяу. Пойдем. Как бы мне удержаться в драконе? Точно! У меня есть идея. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, смотрите мои видео и ждите продолжения. Всем пока. Пока-пока.